Ты сырое мясо. На арене тебя съедят живьем. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Доберешься, иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Уже приготовилась к смерти. Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Thank you.
Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Я навещу Пола. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись.
спасайся! Что делать? Понимаешь, что?
начеку! Мы не знаем, что там! Проверьте все! Найдите, ничего! Что дело. Небось, опять повстанцев удумают! Всем держать ухо востро! Твою мать! Убийца следов не оставил!
Смерть каждому издержанному! Пошли! Да! Сабал, я освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Вот так раньше. Освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Я освободил заложников. Отлично. Каждый спасенный — это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело.
могу. Выбирайся. Алло? Солнышко, как дела? О, замечательно. Просто чудесно. О, нет, нет, нет. Нет, я понимаю. Солнышко, я понимаю, но я не могу. Я на очень важном собрании. Ладно. Да ничего, ничего. Дай ей трубочку. Да нет, все хорошо. Давай. Да. Подожди минутку. Привет, Эшли. Да ты что? Потрясающе! Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты, конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь... Кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? И я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения, это моя дочка. Но заставлять ждать не в моих правилах, так что... Извини, буду исправляться. Ты?
парни! Ugh!
собака! Стреляйте! Держитесь вместе! Я наверх? Понял!
тебя от Нур! Нур? Нур? Она все думает, что семья жива? Да мы их давно убили. Три письма моей мамочке. Сам их писал. Давай. Еще дочь помогала. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эшли умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Как-то такую поэму сочинила. Мы с женой просто рыдали. Слушай, отдай! Не дури! Не притворяйся, что тебе есть до этого дела. Пойми, твое предназначение! Твое предназначение! Быть убийцей! Я специалист по допросам, а ты прирожденный убийца! Оглянись вокруг! Это же рай для таких, как мы! Ты что, правда печешься обо всех этих людях, а? Или просто тащишься, оставляя повсюду горы трупов? Можешь не отвечать! Тебе плевать на мужа Нур и ее ребенка! Скажи, как их звали? Знаешь? Живой. Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте! Стойте, мобильник! Аджай, мобильник у меня в заднем кармане! Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу! Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Спасибо, Джей. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим.